вот приехали на огородик. Да. Сажать, ну, копать, да. Поливать. Если... И землю удобрять, как говорится. Да. Мы с Настей приехали в Рузу, начнем с этого. Сейчас пойдем покушаем и пойдем к Насте на экзамен. У нее сегодня будет экзамен по классике, по классическому танцу. А, так как скоро выпускной, все, пора экзамена. Сейчас все отпляжу и все. Свобода! Ты залез? Знаете, куда мы залезли? Это нормально. Смотрите, куда мы залезли. О, нифига себе! Вот это да, ребята, где же это вы? Саня, где это мы? Просто это место занесло, эти люди. Вот там собор. Вот там храм Христа Спасителя. Это Москва-река. Все. Сегодня мы с вами поехали гулять, встретились на Кузнецком мосту, прошлись по центру и приехали по Горького гулять на улице. Сейчас зашли в корабль Брюсов посмотреть, что тут как. С очень серьезным видом, как всегда. Вот, смотрим, прям очень прикольненько здесь. Погода хорошая, тепло.
первый раз с Аней в этом году поехали на великах. Наконец-то зарегистрировались в системе. О боже, спасибо. Зарегистрировались в системе вот этого велопроката московского. И вообще обалденно. На улице погода суперская просто. Сейчас 8 почти вечера. И мы вот наконец-то взяли этот, эти велики и по парку Горького едем. Тебя ест. Сань, кого ест? Мы решили доехать от парка Горького до Воробьёвых гор. Сейчас проехали уже нескучный сад и скоро будем проезжать под мостом. Очень много велосипедистов и очень много на скейтах, на пенибордах все катаются вообще. Мы почти доехали до смотровой площадки на Воробьёвых горах. Вот, еще чуть-чуть, сейчас доедем на метро, поставим велики и пешком дойдем уже до смотровой площадки. У нас финишная прямая. У нас не финишная прямая. У нас финишная кривая. Мы приехали и успели вовремя. Ой, с меня списали все-таки деньги. Засим чуть-чуть вообще уложись ровно в час. И спасибо, колесные кони. Колесные кони. Идем. Саня, у тебя прикольный петушочек. Нет, прикольный. Ты снимай. Ну как тебе там? В 3D, конечно, хорошо, но здесь лучше. Отличный выбор. Итак, уже прошла неделя, и я приехала к Насте на выпускной. Я сегодня Форест Гамп просто сдала физру и прилетел скорее успевать на автобус, на электричке. На электричке я не успела, но метро, и после метро я просто бежала, и сейчас бегу. День X настал, когда Настя моя заканчивает свою школу, заканчивает ржаночку. 7 лет упорных трудов, упорного танца. Я и на это смотрю, да. Тарантелла.
сердца спасибо. Спасибо за ласку, за доброту, за веру в меня, за терпение, за то, что ты всегда была рядом, за нежность, за поддержку. Спасибо за понимание, за любовь. Завод. Мы вас очень любим. Приглашаем наших замечательных мамочек на сцену. В зал выйдите, пожалуйста, мамы. На основании результатов выпускных экзаменов за курс обучения в ДХШ «Оружаночка» и по решению педагогического совета номер 5 от 1 июня 2016 года приказываю считать окончившими школу с вручением свидетельств об окончании следующих обучающихся. Белозерская Анастасия.